Всем привет! Для подключения монитора к ноутбуку, используя вход HDMI и выход на ноутбуке VGA, нам понадобится сам видеоконвектор, соединительный VGA шнур и HDMI кабель. Распаковываем японское приспособление. В комплекте входит конвертер, кабель питания через USB, и вот такая вот содержательная инструкция. Сейчас попробуем преобразовать и передать аналоговый сигнал на цифровой HDMI вход монитора. Подключаем питание конвектора через USB. Подсоединяем VGA шнурок к старенькому ноутбуку и к чудо-устройству. Звук можно передать на монитор с помощью этого 3.5 разъема, подключив AUX к ноутбуку. Итак, момент истины. К монитору HDMI уже подключен. Вставляем конвектор. Опа! Все работает! Качество изображения на мониторе не искажено и не отличается при работе напрямую без конвектора через HDMI кабель. Вот такое устройство. Ставь палец вверх, подписывайся на канал. До следующих обзоров. Пока-пока.